организацию относительно, в том числе и рекламной, да, вы знаете, что она не является сотрудником 8-го органа на данный момент времени, но это не связано с тем, что был какой-либо конфликт интересов установлен, и не связано с теми обстоятельствами, о которых вы сейчас будете речь. Я хотела бы обратить ваше внимание на следующее. Ее должность специалиста не предполагала составление актуальных документов каких-либо и не предполагала, соответственно, принятие каких-либо решений. Вы речь увидите о делах административных правонарушениях. В восьмом управлении такое дело вправе возбуждается либо начальник отдела, либо заместитель руководителя. Соответственно, специалист такие дела в Саратовском восьмом управлении не возбуждает процессуальные решения, поэтому не принимает. Если она участвует в судебных процессах, там какой-нибудь другой сотрудник, то, соответственно, он идет на действие на основании недоверенности, выданной тем лицом, чьи интересы, которые он представляет. Собственно говоря, озвучивает позицию того должностного лица, которое принимало постановление о наложении штрафа или выносило постановление о прекращении рассмотрения дела. Поэтому в данном случае мы не готовы с вами согласиться о том, что могут быть конфликты интересов и что это не могло каким-либо образом повлиять на исход дела. Относительно соблюдения законодательства о коррупции, то здесь целый комплекс мер проходит со стороны управления, и в связи с изменением законодательства это доводится до сведения сотрудников. В частности, например, даже то же лицо, которое было упоминали, прежде чем перейти на работу в другую организацию, уведомила антимонопольное управление о том, что она собирается это сделать, и предварительно комиссия антимонопольного органа обсудила этот вопрос и решила, что она правильно сделала, чтобы конфликт интересов на следующем месте работы не возникнет у человека. Собственно говоря, когда это делают другие сотрудники, мы уведомления со стороны других организаций, когда можно получить предварительное согласие и обязанности организации уведомить. Мы регулярно получаем такие уведомления, внимательно их анализируем и, соответственно, либо принимаем к сведению, либо высказываем свою позицию. Кроме того, наши сотрудники, если они считают, что могут возникнуть какой-либо конфликт интересов, то они прекрасно проинформированы о том, что они должны поставить в известность антимонопольное управление. Если такой факт выявляется, то, соответственно, принимается решение о том, что этот сотрудник не принимал участие в рассмотрении дела, жалобы.